What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. Вышли прогуляться с детьми, холод на самом деле вообще какой-то адский. Сегодня такое 19 марта, солнце вообще светит, но на улице минус один, вообще просто руки аж немеют. Но мне жутко захотелось сильно купить себе книжку, потому что вот этого девушку в поезде я дочитала. Кстати, ни о чем не советую. Я не знаю, почему она бестселлер и снимают по ней сейчас фильм. На самом деле ничего особенного в этой книге нету. Такой триллер, как бы, ну, не знаю, незаурядный, что ли. Мне не понравилось. Не то, что не понравилось, нормальная, но как бы посоветовать я ее не могу. Но вот сейчас я узнала, что вышла новая серия, новая часть, вторая книжка Шантарам. Вот эта книга действительно, эту книгу я могу смело советовать, она мне безумно нравится. Поэтому сейчас хочу пойти купить вторую ее часть или посмотреть, она будет значительно дороже у нас, то, возможно, тогда закажу. Вот. Только остановили, Злата начала нервничать. Поэтому вот так вот. Идем сейчас прогуляемся. В общем, Диме никакой холод ни по чем. Он увидел детскую площадку. Мы думали, сейчас по быстренькому сходим. Но он видел детскую площадку и уже рванул. А Злата не любит вообще все эти прогулки. Вообще, я не знаю, как я буду в дальнейшем с ним гулять, потому что нервничает — это кошмар. Приветик, только что пришли с прогулки, покупка книжек совершенно не удалась. Единственная книжка из всех, что я хотела, там была, она была на украинском языке. После «Див черного потягу» у меня, конечно, желания читать на украинском нету, потому что, ну, это очень тяжело читалось, она была тяжело написана, со всякими сложными словами, которые я потом еще искала сама переводы, поэтому «Бербедера» я решила на украинском языке не брать, закажу лучше в интернете. И несколько дней уже просто хожу и мечтаю о жилье. Я сегодня с самого утра проснулась, вчера съездили, купили продукты и уже его приготовилась. А покажу. На глазах у меня сегодня вместо теней нанесла я Cindy Lou The Balm Highlighter. Такой красивый розовый нежный цвет. В общем, мне безумно нравится. Знаю, многие его используют вместо румян. Но вместо румян сильно все-таки оно сияющее будет. Мне очень такое нравится. Вот. А вот именно в качестве теней мне безумно понравилось. Всем приветик. Я тут такая на чуню похожа. Занимаюсь вот. Сейчас все очень хвалят тренировки от Джиллиан Майклс. Поэтому вот попробовала с ней заниматься. Ненавижу приседать. Сейчас вот несколько раз приседала. Мне кажется, завтра вообще не встану. Ноги болят, катастрофа как. Тем более, после, так сказать, двух беременностей подряд вообще давно не занималась, силы никакой. И вот только что мне принесли посылку от Зоева, которую остановили на таможне. Хочу вам ее сейчас показать. Вы знаете, что самое ужасное в нашей стране? Что вообще правила, законы и права вообще все придумываются людьми, которые сами же их и не знают. В общем, у меня была посылка на 157 евро сам заказ. В Украине можно до 150 евро провозить без, так сказать, без обложения налогом. И 18 евро еще стоила доставка. И вот по одним условиям. Вообще, как бы, везде говорят, что 150 евро должно быть, включая 18. Но при этом всем мне насчитали налог 7 евро только вот на вот эту вот разницу между 150 и 7 вот, евро. Короче, на вот эту на 18 не насчитали. И вот так вот. У меня вообще впервые за 5 лет мою посылку проверяли, не знаю, останавливали. Вот, пришло все вот так вот опломбировано. И вот заклеено каким-то контролером. Мол, говорят, проверяйте содержимое посылки в присутствии. В присутствии, в общем, чем-то. Но, конечно, посылочку отдают, а без них убирают. Сейчас вам быстро покажу, что заказывала. К сожалению, себе здесь ничего не заказывала. Только девочкам. Но все равно сейчас покажу. Посылка, кстати, мне дошла, по-моему, где-то недели за 3, наверное. Хочу вам сказать, за 18 евро можно было постараться и быстрее все это сделать. Не знаю, как девочкам приходят какие-то, хоть какие-то пробники. Мне он вот и малейшего бублика никогда не положит. Так, сынок, аккуратно, это чужое.
Так, вот такую вот палеточку не буду ее открывать. Natural Yours, я думаю, многие видели. Я вам, тем более, ее уже когда-то показывала. Обалденная палетка вообще для новичка, то, что надо. Вот это, собственно, все, что было в этой упаковке, в этой посылке. Здесь вот два, вот они совершенно одинаковые, поэтому... Вот я когда-то вам такое показывала, я подружке заказывала. Вот очень хороший набор. А это вот набор, кстати, как по мне, просто превосходный набор для новичка. Вот это вот кисть, это для тональной основы. Вот это вот потрясающе, как обычно я вам говорила уже, что-то вообще моя самая любимая модель кисти. Она подойдет для румян, для бронзера, для хайлайтера. А вот здесь вот две кисти, одна совсем такая маленькая, видите, плоская. Конечно, наносить основной цвет ей будет несколько, так скажем, продолжительный, но все равно возможно, и кисть для растушевки. Как по мне, вот действительно для начинающего, вот это вообще отличный набор, и здесь как бы всего для всего хватит. И вот, кстати, она вот, ну, этот наборчик шел вот такой вот косметички, упаковку ее разобрали, судя по всему, на таможне. Вот, и вот пришел вот такой вот браш-холдер, у меня точно такой же есть. Снова, подожди секунду. И мне он, кстати, приходил не в такой красивой упаковочке. Здесь он уже пришел даже вот в упаковке. А у меня, по-моему, был в чем-то тогда прозрачным. Сейчас, кстати, очень сильно подняли цены Зоева у себя на сайте. Может быть, из-за того, что они сделали вот такую вот упаковку. Как думаете? Вот, вот такой вот браш-холдер у меня тоже такой есть. Он очень удобный, очень классный. Вообще отлично выглядит. Супер вещь. Всем приветик. Сегодня едем. Сегодня выходной, едем на день рождения к Димкиному крестному. Не знаю, погода постоянно меняется, то солнце, то дождь, вообще, то снег. Не знаю, что из этого выйдет, поскольку будет там холодно или не холодно. В общем, посмотрим. Если будет что-то интересное, я обязательно поснимаю. Покажу вам какую-нибудь природу, какая там красивая. Это будет все недалеко от речки. И уже так жутко хочется лета и поскорее тепла, и купаться, и на речку, и на природу. И это, можно сказать, в этом году наша будет первая вылазка, если ее можно так назвать. Поэтому я приглашаю вас со мной. Джесси, привет. Старушка наша, псинка. Сейчас остановились, заехали к папе на склад. Что-то хочет тут забрать. Поедем дальше. У нас у папы работа за городом тоже находится. Вот так приехали. Сейчас вам покажу чуть-чуть. Только вы ничего не поймете. Я-то сама, честно говоря, ничего не понимаю. Какие-то коробок он целый. Ничего. Склад, но здесь это они навалы делали, наверное, чтобы зимой не мерзло внутри. Не знаю. И какая-то ужасная музыка на фоне. Ran it extra cold to shake the words from my mouth. Though I know that no one's listening. 2 апреля. Ничего удивительного, просто град. You might change my mind. Who wrote the book on goodbye? А теперь вовсю светит солнце. Как я вам говорила, вообще потрясающий день. То град, от которого уже и следа не осталось, то солнце. Сейчас пойдем вон туда, прогуляемся к речке. Cause I just can't stop this. Though I know that our time is ending. Oh, I'd rather lay forever right in this bed. And I'll keep waiting like you might change my mind.
Собственно, как я и говорила, погода поменялась уже 17 раз. Сейчас у нас светит солнце, очень тепло, но только какой-то безумно холодный ветер. Поэтому все равно, наверное, сегодня будем находиться в домике. А так вообще солнышко радует, и вообще такое уже весеннее настроение, прям класс-класс. Возвращаемся сейчас домой. Неделю назад, оказывается, перевели время, а я даже об этом была не в курсе. Я все жду, когда переведут время. Я думала, на этих выходных переведут. Смотрю, что вроде бы светлее. Но поскольку на гаджетах везде все автоматически переводится, то я вот даже не заметила, что время перевелось. А, побыли мы на дне рождения. Погода сегодня, я вам уже, наверное, показывала. Менялась была то град, то солнце, то ветер, то какой-то дождь, еще что-то. Прям, не знаю, такие сегодня были все капризы природы. Все просидели из-за этих капризов в домике. И, в принципе, на этом все. Особо было нечего показывать и нечего рассказывать. Буду заканчивать влог свой на сегодня. Димка, скажи всем пока-пока. Дима, что за бля? А у Димки был вообще самый активный, самый насыщенный день. Димка и футбол с мужиками играл, и там они что-то сосиски жарили, и бегал-бегал. Димка, слушай, у тебя такие щеки на камере. Мама ракурс неправильно подбирает. Вот так надо. В общем, на сегодня все. Пока-пока. Девчонки, всем огромный приветик. Скажите, пожалуйста, у вас бывает, что вы вот просыпаетесь с утра, и у вас такое дивное ощущение, что вот сегодня будет день какой-то вот необычный, вот что-то вот прям такое какое-то дивное ощущение внутри. Собственно, вот с таким чувством я и проснулась, и начался мой день с того, что я зашла, как обычно, в Инстаграм, начала листать фотографии, и девочка одна блогер пишет о том, что ей пришел не тот заказ, она заказывала помадки, и ей пришли совершенно чужой заказ, другие цвета, и действительно, цвета там были очень странные, но... очень странное. Она решила их не продавать и решила, так сказать, нам подарить по помадке, поэтому я скоро наконец-то познакомлюсь с помадами от ColourPop, потому что я слышала про них просто какое-то нескончаемое количество положительных отзывов и сама ничего не пробовала. Поэтому вот попробую, расскажу, поделюсь с вами. И уже у меня было такое очень странное настроение в этот день. Просто, ну вот действительно, какой-то такой необыкновенный день. Потом у меня было такое положительное настроение поснимать видео какие-то. Я сняла несколько видосиков, у меня прям настрой был такой, я-то вам говорила, что иногда просто снимать не хочется, плюс до этого я потеряла флешку и вообще ничего не снимала продолжительное время, пока у меня не появилась новая флешка. Такой уже валенок, где делать флешку, вообще не знаю. Подозреваю, что я Дима спер, но он тоже не признается. Ну вот, как я сейчас сижу с малыми, ходить в магазин особо возможности нету постоянно, поэтому мы перешли, не знаю, на какой-то, наверное, европейский или американский формат, когда вот люди закупаются продуктами там на неделю, на месяц. Я когда была малая, летала в Италию, и они там вообще старались закупаться продуктами на месяц, но минимум на 2 недели. Они вот просто ехали, вот такие вот за городом обычно стояли огромные эти гипермаркеты, и там гребли все подряд, чтобы потом, в общем, не бегать ни зачем. Естественно, там у них были открыты такие больше семейные магазинчики, где вот хлеб, выпечка какая-то, молоко, то есть такие скоропортящиеся продукты, а остальное они вот закупались, и у них была такая целая отдельная кладовка, и там это все хранилось. Собственно, кладовки у нас нет, но такой формат мне сейчас удобней, поскольку не надо бежать в магазин или думать, что вечером приготовить, а если муж поздно придет и поздно принесет продукты, то мы сейчас так стараемся закупать, там на неделю, на две это у нас, конечно, не получается, а такое, за молоком, за хлебом ходим рядышком в магазин. Вот, и, собственно, вчера вечером тоже поехали так в магазин, и идет мне навстречу девочка какая-то, улыбается, говорит, привет, я говорю, привет. Она говорит, я твоя подписчица. И тут я вообще обалдела. Мне что-то кажется, что, знаете, вот вы когда ведете свой канал и видите там подписчиков какое-то определенное количество, кажется, что это все-таки ваши родственники создают кучу липовых страниц и подписываются на вас, чтобы уж как-то не обидеть. А тут, когда ты вживую встречаешь человека, незнакомого человека, который говорит, что вот я твоя подписчица, я впала в ступор. Я начала нести какую-то такую ахинею, мне кажется. И вообще, я так растерялась.
потерялась. Чувствую, мне кажется, что она мне после этого может от меня отписаться. Ну, это какая-то с приветом. Вот действительно, вот день был необыкновенный. Вот эти вот две ситуации такие, они вчера настолько сделали мой день, я вот до сих пор хожу в таком приподнятом настроении, в таком каком-то интересном. А еще сегодня впервые, вот у нас потеплело, ну, действительно, сейчас где-то градусов 15-16, сегодня вышла с Димой и со Златой на улицу вместе, и это был какой-то отчаянный поступок такой. Дима изначально убежал от меня, пока Златя поправила шапку, смотрю, его уже нигде рядышком нету, я давай за ним бежать. Он бежит на площадку, боже, я с этой коляской, за ним следом. Короче, такой себе был экспириенс. Хотела вам показать, что сейчас достала делать, собралась села, достала кукурузу, вспомнила историю. В прошлый раз вам рассказывала, когда потеряла флешку, и эта история осталась канула в лету, поэтому расскажу еще раз. Раньше мы обычно всегда покупали кукурузу бандюэль. Нет, в Эрес мы до этого брали, мне понравилось, а в прошлый раз мы взяли чумак, мне не понравилось, и вот в этот раз взяли какую-то польскую вот такую вот на пробу. Почему я перестала брать бандюэль? Хотя невкусная кукуруза. ВКонтакте я вам уже неоднократно рассказывала, есть такая группа косметическая, там с девчонками. Вообще она посвящена бьюти-боксам Украины, но постепенно она уже переросла просто во все подряд косметическое. Девчонки там делятся своими покупками, какими-то находками, в общем, не в самом дело. И девочка она написала: слушайте, девчонки, вчера купила кукурузу, открываю и смотрите. И прикрепляет фотографию о том, что там внутри вот такой вот, наверное, вот такой вот черный жук какой-то вот посреди этой кукурузы распластался, как на отдыхе вроде. Такой, с таким важным выражением своего этого жуковского лица, лапки эти раскинул, так, мне кажется, он даже улыбался. И, в общем, и все так сразу: фу, кошмар, типа, что за дела? Она говорит: да я, говорит, сама опешила. Я, говорит, написала в бандюэль, говорит, послушаем, что они нам ответят. Ну да, собственно, кукуруза была бандюэль. И знаете, что они им ответили? Это вообще ответ, это вот типичный ответ вот в стиле, не знаю, нашего менталитета, наших вот все-таки странно, мне кажется, с этим не только одна Украина сталкивается. В частности, вот попробуйте вернуть где-то косметику, потому что она вам не понравилась. Они ей написали: вы знаете, у нас все вырастает на таких натуральных полях, что там водятся жучки-букашки, и как бы, да, такое может быть. Все. Не знаю, написали они типа сори, там, да это уже не в том суть дело. Как бы основная их... Основное их объяснение было в том, что у нас все на натуральных полях, и такое может быть. То есть такое может быть. Ну как это? Вы покупаете консервы, в которой есть жучок, и производитель вам отвечает, что такое может быть. Ну не знаю, честно говоря. Понятно, этот дураку понятно, что такое может быть, но такой ответ, мне кажется, недостоин такой большой фирмы, которая себя позиционирует чуть ли не как самую лучшую, по крайней мере, то, что у нас есть в продаже, вот она в магазинах наших, чуть ли как не самая лучшая позиционируется. То я после этого... посанула, больше не хочу я брать их продукцию, потому что там попадется какая-то юридистика. Знаете, мне что-то кажется, это то же самое, что вы купите хлеб, а там будет внутри какая-нибудь мышка или тараканчик, и вы типа предъявите претензию, вам скажут: ну понимаете, у нас же там мука натуральная, все, и у нас как бы на заводе водятся эти крысы, ну такое может быть, потому что у нас же все натуральное. Но мне кажется, это одно и то же, поэтому нет, спасибо, я от их отказалась, и вот взяли какую-то польскую такую попробовать, не знаю, понравится, не понравится, надеюсь на нее, что понравится. Спасибо всем, кто посмотрел это видео, здесь были небольшие отрывочки моей жизни. Если вам что-то интересно, есть какие-то вопросы, или не знаю, может быть, какие-то запросы, обязательно оставляйте их внизу в комментариях. И спасибо всем, кто со мной. До встречи в следующих видео. Пока-пока!